Все, Кирюху сейчас увезут. Все суетятся, шмотки собирают. Готовятся. Вот, раздевают его там. Тапочки полностью. Не нужны, плавки не нужны. Кирюш, раздевайся давай быстрее. Все, не покажет нам ничего. А я откуда знал, что ты там ищешь чего-то? Давай. Ту-ту. Ну все, давай, удачи. Здравствуйте. 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 Пожалуйста. Пожалуйста. Вы нас рады видеть? Рада, девочки, очень. Одну девушку я вас увидела. А, тебя уже с утра успели. С утра в одном автобусе едем. И вас очень рада, и вас рада, чтобы все было вот так. Да, да, будет, будет. Конечно, будет. Будет. Ой, или 29-го, или 30-го. Нет, сегодня 27-го, не 30-го. А, нет, 29-го. Выходи, выходи, выходи. Не задерживайся. Доброе утро. Прошло 3 часа. Ничего не известно. Сидим, ждем. Как правильно держать камеру? Ну, сам с собой почти разговариваю. Кошак. Все, хватит гулять. Пора подключаться к капельнице. Ты что, со мной не идешь? Туалет. Так туалет там есть. Что ж, всем привет. А, ты с ним разговариваешь? Что ж, всем привет. Прошла ровно неделя с момента операции. Гуляю по улице, несмотря на пришитый подбородок груди и висячий тренаж. Да, слабонервным лучше не смотреть. Голос. Не знаю, восстановится ли. Скажем так, это большая речь. С небольшими новостями. На момент данной съемки прошла ровно неделя после операции. Где-то через неделю мне разрешат пробовать пить и есть. Так вот, новости. Наверняка все хотят узнать, увидеть эмоции человека, узнать, не знаю, ну, каково это, вы не узнаете, конечно, что такое не есть, не пить полгода. И тут начать это делать. Постараюсь сделать это в прямом эфире. Первый раз я буду есть и пить на публику, скажем так. Вы увидите человека, который не ел, не пил полгода. Увидите, как он будет есть и пить первый раз после такого периода. Слюни я тоже скаркиваю, слюни тоже глотать нельзя. Короче, о, комара убил. Или это москит вообще. Неважно. Ой, голову очень тяжело держать, конечно, так.
20 дней надо проходить. Заживает две дырки. Одна пищевод, другая трахея. Через неделю я смогу кушать, то есть пищевод должен зажить. Еще через 2 недели мне снимут нитки, чтобы я не разгибал голову и не разошли швы на трахее. Чтоб потом всю жизнь не ходить с трубкой и не дышать через нее. Операция, как видите, прошла успешно, я жив. Я могу разговаривать. До этого, кстати, для незнающих, я не мог ни разговаривать, ни есть, ни пить. Теперь могу хотя бы говорить. Насчет пить и есть узнается через неделю точно. Повторюсь, буду я делать все это в прямом эфире. Ну, а для тех, кто не будет смотреть, посмотрит записи. Ну, всем до встречи. Скоро будет много интересного. Также я расскажу, что такое трахеостома, что такое гастростома. И покажу, что такое ждать, когда кончится капельница.